В рамках национального проекта в республике один раз в месяц по субботам будет проводиться единый день диспансеризации, ближайший 8 февраля. В день диспансеризации все желающие могут обратиться к своему участковому терапевту и пройти обследование в соответствии с возрастом, полом и состоянием здоровья. Для тех, кто не успел пройти медосмотр в свой год, предусмотрен профилактический осмотр, отмечают в Минздраве Республики. Кроме этого, диспансеризацию теперь можно будет пройти и вечером, в будни. Тех, кому по результатам осмотров необходимы будут дополнительные обследования, врач-терапевт направит на второй этап диспансеризации.